какие-то птички железные летают. Бобики на колесах везде. Что здесь происходит? Так. Я в мире Элли. Значит, где-то она здесь. Мне нужно ее найти. Так, Элли! Элли! Я сейчас ее заколдую и весь мир завоюю. Я пришел тебя заколдовать! Завоевать весь мир! Меня? А я не боюсь! Эх, ну сейчас посмотрим. Сейчас я достану свой волшебный порошок и превращу тебя в деревянного солдатика. Завоюю весь мир. Все. Ну давай. Волшебный порошок преврати Элли в деревянного солдатика. Чуть не получается. Так, ну-ка, попробую еще раз, чтобы не сработало. Давай, попробуй еще раз. Так, волшебный порошок, преврати Элли в деревянного солдатика. Что же это такое-то? А твое колдовство в нашем мире не действует. Как это не действует? Да, и вообще, почему, Буркин, ты такой злой? Только прекрасного! Потому что я всю жизнь один-одинёшенек! Есть только вот деревянные солдатики, и то не особо разговорчивые. Не расстраивайся! Сегодня ты точно будешь. Смотри, сколько жителей у нас собралось здесь. А вообще сегодня праздник. Международный день семьи. А на празднике обычно собираются самые близкие, дорогие люди. Вот. И вообще, я сегодня и мои друзья приготовили много-много подарков. Подарки? Да. Ну что ж, друзья, встречайте музыкально-танцевальные подарки. Встречаем.
Повелеваю тебя дружить со мной! Урфин, нужно поздороваться, улыбнуться, да, спросить, как дела. А по этикету человек непременно должен спросить то же самое. Улыбнуться? Да. Так. Поздороваться. Привет! Как дела? Хорошо. Вчера у нашей одной известной много половин украл, у нее теперь мало половин. Так. Ты не о том. Не о том. Да. Сделай комплимент. Комплимент. Да. Хорошие носки у вас. Разглядел. Ну, можно какой-то. Да. Прекрасно выглядит. Да. Ну, все, предлагай. Сеньор, не соизволите ли вы стать моим другом? О, получилось! А можно? Круто! А можно еще с кем-нибудь? Так, пожалуйста, посмотри, сколько у нас людей. Так, добрый день, мадемуазель.
Как дела? Отлично, я вот еще у вас телефон. Это телефон. Будете моим другом. Получается! Так. А давайте все вместе дружить. Вы будете мне моим друзьями. Да, а давайте кто согласен, похлопает в ладошки. Да! У меня теперь столько друзей. Молодец, Луфин. Друзья, давайте дружить все вместе и встретим громкими аплодисментами наших юных друзей. Аплодисментами? Да, пойдем, я тебе сейчас расскажу, что такое аплодисменты. Ой, что это? Thank you.
Thank you.
громкие, громкие аплодисменты, друзья! А еще громче! Все аплодисменты! Какие громкие бурки, дядя! Тихо там. Второй класс аплодисменты. Это умные аплодисменты. Они продолжительные и шумные. Получается. Да. Подожди, не все у нас проходят второй класс. Вот трое гостей у нас здесь. Мужчина, дама, там. Мужчина. Так. Да. Да. Молодцы, молодцы. Пятерочки. Третий класс аплодисментов. Это бурные аплодисменты, переходящие в овации и криками «Браво!». Это, конечно, сложнее, но я думаю, что все справятся. Так. Готовы, друзья? 3-4! Браво! Еще! Вот видишь, какие у нас гости замечательные. И ты молодец! Давайте встречать наших юных артистов бурными аплодисментами, переходящие в овации! По третьему классу! По третьему! Thank you.
сел, пил у бабушки компот и пролил на свой живот. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы же школу аплодисментов с вами прошли. Прошли? Да. Давайте мы с вами поделимся на три части. Вот одна часть. Вот вторая часть. И вот третья часть. Когда я показываю на одну часть, вы аплодируете. Вот просто один раз. Оп, давайте попробуем. Так. Ну что, не дружно тогда. Давайте еще раз. Вай. Ага. Хорошо, еще раз. Ага, нет, не показывал. Ну-ка.
А теперь бурные аплодисменты нашим артистам. Третий класс, третий класс. Белякушки вечерком на лугу сидели. Белякушки вечерком на луну глядели. Я много сказок знаю. А может быть, у тебя есть какое-то хобби, любимое дело? Любимое дело? Да. Я люблю, значит, колдовать, пакостить там. Так дело не пойдет. Хорошее дело. Хорошее? Ну, например, можно танцевать. Танцевать? Я всегда танцую в лесу, когда один и мне скучно. То есть всегда. Ну, может быть, ты нам тогда станцуешь? Так, ну, я один застесняюсь. О, мы поможем тебе, правда, друзья? А для этого вам нужно всем вместе встать со своих мест. Так, поднимаемся, друзья, со своих мест. Все, Все. На елках иголки, тонкие иголки, а пеньки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая, елка серебристая, а пеньки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, пенечки. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. На елках иголки, тонкие иголки, а пеньки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая, елка серебристая, а пеньки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, пенечки. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. На елках иголки, тонкие иголки, а пеньки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая, елка серебристая, а пеньки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, пенечки. Елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки.
На елках иголки тонкие и колкие, а пеньки смолистые, липкие, душистые. Стройная, пушистая елка серебристая, а пеньки с сучками, а сучки с крючками. Елочки, пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, пенечки, елочки, 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 пенечки, 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 елочки, пенечки. Сложная хореография. Аплодисменты гостям! Аплодисменты! Аплодисменты бурные, друзья! И аплодисменты бурные-бурные нашим юным артистам! Подожди, подожди, там аплодируем, аплодируем! Зрители аплодируют! Как-то мы вас учили в третьем классе! Третий класс! И крики «Браво!» «Браво!» Молодцы! Да! Ну что, артисты, у нас готовы? Готовы! А вы, зрители, готовы? Ну что же, начинаем! Какие у вас разноцветные платьюшки? Мне в такой, а хотя зачем? Так. Встречаем новых артистов, друзья. Так, сейчас приготовиться. У нас самые старшенькие выходят сейчас. Ну что, третий класс готовы? Отлично! Блины домашние яйца, ой, блины.
смелым легла. Прялочку под лавочку сама смелым легла. Заря занялась, я с постели поднялась. Заря занялась, я с постели поднялась. Иду по двору, старый родит по двору. Где ж ты была, где ж ты ночь провела? Спасибо. Ведь семья – это самое главное в жизни каждого человека. Семья – это самые близкие или и родные люди, которые всегда поддержат и поймут тебя. А еще именно ради них мы становимся. Рисовали, чтоб смеялись.
Руководитель Наталья Павловна Голубятникова. Детский фольклорный коллектив «Малышок». Студия раннего развития «Веснушки». Руководитель Олеся Викторовна Пинягина. Еще раз, друзья, громкие аплодисменты с международным.